Всем здорово, ребят! Ну что, вот они плюшки, наконец-то. Плюшки, которые нам дадут завтра на русском сервере, на всех остальных. Ронин, скин на Ронина. Это, в принципе, очень круто. Для бездоната это мега круто. Потому что на битве гильдии, если будет ожог, будет хоть какой-то шанс пройти топового противника. Плюс 50 скина и плюс 8-я сумочка, ну такое себе. Честно говоря, не ахти. Поехали посмотрим, может они там еще какие-то плюхи дадут. Но это ничего не поменялось. Это все то же самое. Может по акциям. Нет, по акциям ничего не поменялось. С этой восьмой плюшки. Где там она? Где ты, ау? А мы их не забрали еще. С этой восьмой плюшки у нас будет. Покажу что. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Скажу. Вот такая вот плюшечка. Можно отсюда дар жизни. По-моему, если я не ошибаюсь, так он называется. Или огонь жизни. Там на русском сервере эти названия одно на одно похоже. Свалено, ну. Фигня, по сути фигня, если разобраться. Вот такую вот эмблемку мы отсюда вытащили. Здесь то же самое, то есть это ни о чем, скажем так, не ахти. Вот так вот, зефирка. Такс, окей. И все. Ронина нам дали, то есть ничего такого сверхъестественного. Завтра уже акции обновят, может что-то интересное. По акцию по найму будет, но пока, к сожалению, они ничего не обновили. Как видите, все так же осталось. В общем, прожимайте Лукас, лайк, репост, все дела, участвуйте в конкурсах. Ну и всем без донатом теперь будет намного проще. В принципе, это очень радует эта акция. Всем удачи, всем пока.